Групп представляет Джереми Симза, Пэтси Стивен, Стивен Уайтейкера, Кэрен Ричардс, Майкла Кейтона, Мерши Дин Джонс, Джона Аткинсона, Кэтрин Ли, Лоренса Маха, Дэниел Фэрклав. Продюсер Гвенда Марш. Шансы. Сейчас или никогда. Не отрицаю, это безумный план, но только ты и никто другой может остановить Лендера. Никто, значит, никто. На меня не рассчитывайте. Я выхожу из игры. Попробовал, не получается. Уеду, заживу спокойной жизнью где-нибудь на побережье. Собака, розы, небольшой огород. Встречу и полюблю какую-нибудь хорошую женщину. Нет. Это не сбыточная мечта. Как это ни жаль, Богарт, нет. Ты поверил, что Кроули Лендер, этот новый мессия, отпустит тебя с миром? Кстати, розы очень плохо растут вблизи океана. Нет, Богарт. Нет. Попробуем мой план. Дождемся финального занавеса. Женевьева? Доброе утро. Неважно, спал? Что ты здесь делаешь? Извечный вопрос. Что такое здесь? Я объясню тебе ряд моментов. Мне наплевать на эту философскую бодягу. Куда она ушла? Это женщина. Это была Женевьева? Опять эта монахиня. Алекс, может, мы прекратим этот маскарад? Богарт, занимайся абстрактной философией. Сентиментальность чувства — это явно не для тебя. Crawley,
Кроули, дорогой. Ну, что ты думаешь? Все настолько очевидно. Это была решающая ошибка, малозаметная, но роковая. Униформы. Униформы. Не нравится? Бесподобно, Лили. Тебя огорчит мое признание. Секс займет весьма скромное место в наших отношениях. Власть принесет больше наслаждения и удовлетворения. Карлос, начинайте. Немецкие неофашисты, лидеры кукукс-клановцев, предводители южноафриканских российских группировок и все иерархии пяти наркоструктур. Да, Карлос, особенно бывших друзей. Мир должен узнать, почему приказу произведены эти экзекуции. Но почему? Почему ты выбрал тело импотента? Не беспокойся, любовь моя. Ты можешь удовлетворять свои аппетиты с кем угодно. Чем тебя не устраивало тело Алекса? Алекса? Он спас Кроули Лендера от корпорации Эйприл. В этом была его задача. Почему не тело Алекса? Хорошо отвечу. Даже если бы наступил апокалипсис, ты бы не выпустила меня из спальни. Впрочем, моя любовь, наслаждайся Алексом, если он тебе нравится. Твое право. Закрываешься? Да, у меня отпуск с этого момента. Это меня касается? Билл, ты не перестаешь меня удивлять. Ждешь гостей? Нет, Билл. Я хочу потерять свою девственность. Во второй раз после моего второго рождения. Но этот придурок Кальдура, он же не... Восстановил? Нет. Я проверю на всякий случай. И тогда... Билл, я не понимаю, как это произошло. Символ потерян, но мы восстановим все воспоминания. Я? Догадался, черт побери. И если честно, я не знаю, как нам поступить с Кроули Лендером. Алекс наотрез отказался. Нас ждет ядерная зима. Богарт, по натуре ты злодей. Застрели Лендера. Что? Почему ты так смотришь? Иногда потерпевший неудачу герой видит опасность, угрожающую женщине, которую он любит. Он находит в себе силы, вступает в сражение и побеждает. Женщина, которую он любит? С чего мне начинать? Любопытный факт. Во всех мифах и легендах нет ни одного существа, человека или животного, которого нельзя было бы победить. Лендер? Он не исключение. Как его прихватить? Извини, как нащупать его слабое место? Это узнает тот, кто вступит в схватку с монстром. Лендер уязвим, но найти брешь сложно. Скорее всего, это связано с прошлым. Да, разгадка лежит в его прошлом. Войти в компьютерную сеть Лендера сложно. Потребуется несколько недель, не забывая о защитных программах. Что делать? Воспользуюсь возможностями одного из суперкомпьютеров. Затем войду в архив Лендера и попробую переписать файлы. Приступим. Компьютер Колтек. Калифорнийский технологический институт. Добро пожаловать в наш компьютер. Дельта. Пароль. Большая грудь. Доступ открыт. Как ты догадалась? Компьютеры — это детище мужчин. А их психология известна.
Теперь, очевидно, связь одновременно убийств наркобоссов, лидеров неофашистских организаций и других лидеров экстремистских организаций. Ответственность за эти экзекуции взяла на себя организация «Порядок нового мира». Личность лидера этой организации пока не установлена. Полиция продолжает следствие. Нам все известно. Что это, Алекс? Конец? Нет. Это начало. Мир моральных и интеллектуальных зомби. На улицах адепты новой морали будут публично казнить прелюбодеев, любителей порнографии, хозяев подпольных и горных домов. Но самолеты и поезда будут следовать точно по расписанию. Добро пожаловать в новый мир. Добро пожаловать. Мы окажем сопротивление. Когда ты прозреешь? Нет. Нет, Кэл. Пробовали. Ничего не получилось. Что же делать? Ждать? Ждать, когда Лендер сотворит на земле ад? Да, у нас нет выбора. Выбор есть всегда. Что? Ты проникнешь в сознание Лендера и нащупаешь его слабое место. Все зависит только от тебя. Нет. Чего ты хочешь? Восхитительно, Женевьева. Что это? Я помогу тебе, Алекс. Ты? Вспоминая прошлое, ты ни разу мне не помогла. Ни разу. Да? Подумай, Алекс. Поверь, я уже думал. Ты превратил фантазию в реальность. Я твой ангел-хранитель. И до самого судного дня я вынужден буду созерцать твою персону. Подумай, Алекс. До встречи. Женевьева! Жуть пробирает. Медицинские и научные исследования. И обработка данных через теорему жизни. Какую теорему? Утерянная теорема индийского математика Рамануджана. Связь бесконечности, чисел Бернули и МС-функций. Это был гений. Он говорил, что сама богиня Намагири написала эту формулу на его языке. Внимание, 1959 год. Несмотря на точное соблюдение условий эксперимента, вирус Рамануджана мутагенировал на испытуемых объектах. Результаты по Конго. У 10 человек отмечены симптомы гениальности. Однако спустя месяц все испытуемые заболели неизвестной болезнью, о природе которой говорить пока преждевременно. Установлена одна общая закономерность. Болезнь поражает иммунную систему человека. Черт. Неплохо. Лендер – творец СПИДа. Они засекли утечку компьютерной информации. Это напрасная потеря времени. Ты забываешь, что работаешь на корпорацию Лендера. Заткнись, Шон. Гуляй отсюда, красавец. Анжела, я встречусь с мистером Лендером. С Лендером? Далеко пойдешь, Шон? Да. Пришло время позаботиться о своем будущем. Мистер Лендер будет править миром. Насколько я успел заметить, он никогда не прислушивался к чужому мнению, но он ценит преданную службу. Умереть даже героям я не хочу, поэтому придется ползать перед мистером Лендером на брюхе. Так что всего хорошего, уважаемые господа. Желаю вам мгновенной смерти. Алекс, старина, что ты здесь делаешь? Дожидаешься посмертной славы? Шон, у каждого свой путь в мир иной. Ты, кажется, спешил на встречу с Лендером. А ты?
Анжела, остаешься? Что? Не твое дело. Образ этого человека не потускнел и по сей день. Полвека назад произошел поворотный шаг в его карьере, после которого началось крушение его власти. Это символ зла. Но у Гитлера были проблемы с имиджем. Минимальные, если проигнорировать 6 миллионов евреев и неисправные гениталии. Я понимаю, о чем вы говорите, сэр. У меня есть несколько предложений по улучшению вашего имиджа. Говори, Шон. Ну и как мне добиться результата? Алекс, твое имя должно ассоциироваться с миротворческими процессами. Громадные фотографии, в компании с духовными лидерами. Строгий костюм, без обуви. Папа Римский, архиепископ Кентерберийский, Далай-Лама, исламский мулла. Это создаст великолепную рекламу. Человек, не представляющий угроз, в нужный момент можно все изменить. Я уверен в полном успехе. А как мы объясним, что ты подарил человечеству СПИД? Она проникла в архивы. Ликвидировать? Нет, порядок нового мира, он уже наступил. Короче, Анжела, когда нам понадобится хорошая реклама, мы предоставим миру вакцину от СПИДа. Она существует? Конечно. Но пока не существует контроля над рождаемостью, голод и чума нам просто необходимы. Превосходно, сэр! Экологический фактор. Сцена купания с дельфинами. Один вопрос, Кроули. Ты собираешься обманывать людей, но как? 10 лет — это большой срок. Очень большой. Мне потребуется 5, от силы 8 лет. Будешь подмешивать препарат хаотикум в воду и продукты? Нет, себестоимость препарата слишком высока. Он предназначен только для друзей, Алекс. Нет, все очень просто. Компьютерный вирус. Работает идеально. Человеческий мозг работает аналогично компьютеру. Прямое инфицирование, и через какое-то время эпидемия начнет распространяться. Люди будут выполнять команды, причем точно и беспрекословно, как компьютеры. Да. Тогда почему мы сейчас не подчиняемся твоим приказам? Выполняете, но пока медленно. Этот образ, единожды увиденный, навсегда запоминается сознанием. Аппарат контроля возникает медленно. Но через месяц-другой вы будете мгновенно реагировать на все мои команды. Даже ты, Алекс. Я тут призадумался. Редкостная я сволочь. Ни разу не подарил цветы, так что начинаю исправляться. Для меня это тоже в первый раз. Что, передумала? Ну, как знаешь. Второсортный товар. Билли, я беременна. Подарок от колдуры. Глупая была идея. Жаль. Да. Иду, сейчас открою. Один? Уже нет. Что делать, Алекс? Он заарканил нас.
Мы бессильны. Нет, мне не надо. Не строй из себя трезвенника. Напиться лучше всего. Уезжать не раздумал? Тогда или нет? Нет. Куда? Ночным поездом в Джорджию. Клаксвилл, Ниссан и Сан-Фернандо. Трус. Осмотрительный трус. Алекс, ты создал этого монстра, а грязь, стало быть, пусть убирают другие. Поехали со мной. Ты это серьезно? Да. Думаю, мы вполне подходящая пара. Но если настаиваешь, мы будем спать раздельно. Неприлично, но весьма убедительно. Поехали. Оставим все Лендеру. Пусть Шон и Беккеры управляют миром. Однако вряд ли это романтическое путешествие закончится полной идиллией на фоне заката. У нас другой режиссер. Мы уйдем после команды «Снято». Только тогда. Я уезжаю. Через час или два? Обидно. Навязанное безбрачие. Обидно? Это настоящая трагедия. Быть замужем за человеком, у которого есть все, кроме... Нет, должен же существовать какой-то выход. Он существует. Кроули, ты насмехаешься над моими чувствами. Нет, нет. Закрой глаза, ляг на спину и подумай о том, что тебя возбуждает.
Анджела? Она ушла. Это была реальность, а не фантазия. Она оправдала твои ожидания? Отвяжись, Кроули. Ну и как я могу отпустить тебя выращивать розы? Ты единственный, кто не воспринимает меня всерьез. А мне это не нравится. Как раз наоборот. Нам снятся одинаковые сны, но мне не остановить тебя. Мир твой, Кроули. Боже, помоги миру. Нет, это наш мир, Алекс. Наше прошлое предопределило общую судьбу. Мы близнецы. Только не плоти, а сознание. И только я могу уничтожить тебя, Кроули. Именно поэтому я не могу тебя отпустить. Твоя ДНК как клеймо выжжена в моем сознании. Здесь возможны пробелы. У меня полный иммунитет, у тебя частичный, и я не уверен в твоей покорности. Очень не уверен. Кроули, тогда убей меня. Что, не можешь? Тогда ты убьешь частицу себя, и сразу же возникнет неуверенность. Выживешь ли ты после такого ранения? Полное взаимопонимание, Алекс. Не окажется ли это убийство последней составной частью критической массы? Я предлагаю сотрудничество или нейтрализацию. Препарат Chaoticum — это для нас пройденный этап. Не так ли? Хорошо. Я не желаю быть помощником властелина Вселенной. Особенно такого образца. Вот что тебя может ожидать. Хороший кофе? Слабая доза. Препарат называется Айпокалипсис. Мозг работает превосходно, контроль над телом утерян, приказы выполняются. Алекс, возьми пистолет. Покрути барабан. Заряди 5 патронами. Выбирай, ты стреляешь в меня или в себя. Если в меня и выстрела нет, то мы работаем вместе. Если же в себя, ты или умрешь, или проведешь остаток жизни, воспринимая окружающие события в состоянии искусственной комы. Выбирай. Не сомневайся, это боевые патроны. 15 граммов пороха, пустотелая пуля, смещенный центр. Врачи не спасут ни меня, ни тебя. Решай. Нет, Алекс. Ты согласился на условия. Действие препарата закончится через 10 минут. Здесь зарплата за первую неделю. За грех всегда платят прекрасно. Встретимся в офисе. Работаем допоздна. В таком случае, моя дорогая, напечатай мне это. Я разобрался, в чем была самая главная ошибка нацистов. Это не униформы,
И не идиотские усики Гитлера. Это была музыка. Музыка. Нацисты переусердствовали с Вагнером и маршами. Ванда, что ты делаешь? Кажется, ты забыла свое место. Придется тебе напомнить. Заткнись. И только попытайся мне угрожать. Я ухожу к своей любимой бабушке. Ее же нет в живых. Да. А я не желаю работать на тебя и этого сумасшедшего. Убей себя, Ванда. Нет, 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 нет. Это невозможно. Возможно. Если бы у тебя были мозги, ты бы поступил так же. Точно так же. Падение твоего врага. Выбери одну карту. Вот эту или эту. Год собаки. Как это интерпретировать? Используя мудрость. Мудрость? Ее нет, иначе я не пришел бы сюда. Ванда. Я забрал эликсир «Сон драконов». Обязан предупредить. Принимая его, ты вступаешь на трудный, неизведанный путь, в который лучше отправляться вдвоем. Да? Что это? Тайна, которую мне не разгадать. Возможно, это тебе не понадобится. Побег из несчастного мира. Маленькая собака, правильно? Ты что, читаешь по-китайски? Нет. Это забытая техника кунг-фу? Маленькая собака, ты права. Неужели буквы успели измениться? Перед тем, как ты отправишься в путь, я попрошу тебя оказать мне одну услугу. Нет, Алекс, не сейчас. Что это такое? ДНК твоя и Лендера. Почему у меня нет покоя? Ты герой, Алекс. Этим все сказано. Ванда приготовила тебе сюрприз. Осторожно, не испачкайся. Нашла, о чем беспокоиться. Вот видишь, все наконец-то образовалось. Прощай, Алекс. Увидишь бабушку, скажи, что мы скоро встретимся. И не слушай ее советы. Где он? Ушел. Вы опоздали. Путь человечества был долгим, утомительным и сложным. Мы стоим на перекрестке истории. Пойдем ли мы старой дорогой и обречем себя на вырождение, или найдем в себе силы избрать другой путь? Нелегким будет путь надежды. Это единственное, что я предлагаю тем, кто последует за мной. Надежду и тяжелое возвращение домой. Разговариваешь сам с собой, Кроули? Сжигаешь книги? Традиционный ритуал надменных пижонов. Алекс, ты изрядно мне надоел. Взаимно, Кроули. Взгляни, нравится?
Это подарок от Ванды. Она была права? Пристрелишь? Пожалуйста, Сталин. Мы сотворим ад на земле. Это мой щенок. В доказательство своей преданности я сам убью его. Сброшу вниз со скалы. Смотри. Я делаю это. Нет, Алекс, не убивай его. Умоляю тебя. Только не это. Пожалуйста. Но это все, что у меня есть, Кроули. Нет. Жизнь этой дворняги. Что она стоит в сравнении с жизнями многих миллионов людей, которые будут растоптаны после твоего прихода к власти? Всю свою жизнь. Во сне и наяву я видел перед собой эту собаку. Она также смотрела на меня перед тем, как я нажал на курок. Тогда, давно. Ни один человек не смотрел на меня с таким доверием и с такой любовью. Я выстрелил в нее. Выстрелил в упор. Кроули, хоть раз в жизни мы убиваем своих любимых. Ты подонок. Убери свои руки, Кроули. Так будет лучше. Пойдем со мной. Пойдем. 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 Нет! Спасибо, Шон, не стоило беспокоиться. Почему? Это мой единственный разумный поступок за долгое время. Я ненавижу рекламу. Это занятие для идиотов. Боль будет? Мистер Ло говорит, что нет. Мы погрузимся в счастливый сон забытия. А может, нам все-таки лечь? Так будет удобнее. Шон, ты неисправим. Нет, нет, это не секс. Я хотел... Обнять меня, и все? Что в этом плохого? Ванда, я немного напуган. А если они правы? Ты на уровне, а я... Всякое бывало, сама понимаешь. Вдруг наверху нас с тобой разлучат. Не беспокойся. Я не оставлю тебя одного. Бабушка надавит в случае чего. Хорошо иметь блат. Поднимем бокалы. Сперва в постель. Что? Сейчас или никогда? Поднимемся, займемся любовью, а затем спокойной ночи. Кажется, я влюбился. Я твоя, Шон. И, пожалуйста, не переигрывай. Он умер. Кроули Лендер умер. Да? Самоубийство. Спрыгнул со скалы. Черт, не получилось. Анджела, ты как всегда не вовремя. Извини, хотя не понимаю, о чем ты говоришь. Безболезненное самоубийство. И так много изменений. У Ванды особенно.
Продолжайте. Пойду напьюсь и в постель с кем-нибудь. Где Алекс? Не видели? Пойдем. Я всегда исполняю свои обещания. Я не настаиваю. Обнимемся. Где я? Черт возьми. Неправильно подбираешь лексику. Откусишь? Нет, не хочется. Босс хотел тебя видеть и поручить новое задание. Что? Нет, назад я не вернусь ни за какие деньги. Алекс, взгляни. Была одна монахиня, очень похожая на тебя. Она то появляется, то исчезает. С возвращением, Алекс. Следующее задание тебе понравится, если, конечно, согласишься. Ты новый босс? Невозможно. К сожалению, многие не верят. Получается 50-50. Так ты согласен? Что мне делать? Нет, Анжела, ни слова. Алекс уехал выращивать розы. Он знает. Весь мир знает. Это обручальное кольцо, дорогое, зараза. Поздравляю. На ком собираешься жениться, Билл? Шер, на тебе. Ты на мне женишься? Билл, ты обалдел? Зачем? Зачем? О, боже, глупый вопрос. Кто будет приглядывать за баром? Одной ведь тяжело, сама говорила. То есть нет... О, Господи, я люблю тебя, понятно? Билл, ты само очарование, я согласна. Какие победы празднуем? Алекс, где ты был? Лендер умер. Я слышал. Лили подделала завещание. Тем не менее,
Через Имоджен, моего сына, внука Кроули, я наследник его состояния. Итак, предлагаю всем вернуться на свои рабочие места. Анжела, зайди ко мне в кабинет. Нам с тобой необходимо серьезно поговорить. Кстати, я купил вам лотерейные билеты. Кому-то обязательно повезет. Фильм озвучивали актеры Светлана Шейченко и Николай Буров. Перевод Алексея Кулакова. Звукорежиссер Сэм Петров. Фильм озвучен телекомпанией Twin при участии студии Аскот, Санкт-Петербург. Some win, some lose. Open your eyes, take a good look around. You can fly to the top, lift your feet off the ground. And right through the seasons, whatever they bring. Some win, some lose. Chances all through their lives. Don't give it up. It's your right to survive while crossing your bridges with battles to fight. Remember, some win, some